Значит так, нам приходила хозяйка, где мы снимаем квартиру, и принесла нам вот такой вот этот, какой-то подарок. Не знаю, что, говорит, что сделала сама. Сейчас посмотрим, что это, очень интересно. Сама, да, она говорит, да, печеньки типа. Хозяйка нас поздравила, пожелала веселых свят. Кстати, пахнет очень корицей, вкусно. Короче, будем сейчас пить чай с этим. Спасибо большое. Так, мариновали рыбку. Под Рождество карп дороже, чем красная рыба. Обалдеть. Наконец-таки карп начали продавать, но купили красную. Ну и положили в духовку. Решила фольгу, потому что очень пачкается духовка, всякие брызжет, все, поэтому этого не люблю, поэтому надо, чтобы все было аккуратно, чинно, благородно. Духовка не наша, поэтому так. Так, вот что получилось. Вот такая рыбка. Короче, опять я лоханулась с рисом. Вот рис. Рис как рис. Думала, сейчас сделаю плов. Сварила его. И получилось, блин, ну не знаю, это же не рис, а на что это вообще похоже. Короче, какая-то типа перловка даже. Вообще. Ну, хоть радует вот такой вот. Попробуем сейчас. С кокосом и шоколадом круассан. Так, кинули лук сюда. И поставляем ингредиенты. С этой стороны.